Всем привет, 16.08, я про на связи. Дождик у нас начался такой нехилый. Убежище можно использовать как защиту от дождя. Никого здесь нет, людей нет, щели. Зачем его здесь поставили? Одному Богу известно. Что по обстановке, друзья? У нас сигнал воздушной тревоги уже больше 2 часов. Изначально тревога была объявлена из-за того, что в области до начала сигнала воздушной тревоги прозвучали взрывы. Сообщалось о баллистике в сторону нашей области. А затем уже во время сигнала воздушной тревоги сообщалось о новых пусках с Крыма. И вновь были взрывы. Но пока что информации по этим взрывам никакой нет. Ну а теперь летает МиГ, и поэтому тревога продолжается. Сколько будет эта тревога, пока что непонятно. Но надеюсь, скоро сядет весна, будут всех саджать. Весна прийде, посядет, як там показал. В общем, сядет и МиГ, и будет отбой. Ну а по взрывам ждем официальную информацию, что там у нас происходило. Погодка, конечно, изменилась капитально, так как я прыгаю в замечательный троллейбус. В общем, берегите себя. И до нового выхода на связь. Вот, прячусь от дождя в троллейбусе. Ура, товарищи, ура. Ой, вот так и живем. Погодка, конечно, блин. Что ж это такое-то? Вся погодка. Не такую погодку. Сейчас. Не заказывали с вами. Фу. Так и едем. Ляпота. Будет дом, в который попала ракета. И мы уже проехали. Не, сейчас, если еще не доехали, покажу вам. Остановка с игрушками. Вот как-то так оно получается.